Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления сегментации по всей длине цевья закрепите проволоку. Для изготовления тела нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить на цевьё сначала под направлением к загибу крючка, затем обратно. Следите за тем, чтобы тело мушки получилось довольно тонким. Тело в этой мушке должно продолжаться практически до колечка крючка. Если вам не хватило длины даббинговой нити, то нанесите на нить еще даббинг и продолжите намотку. Затем намотайте проволоку на тело мушки. Обороты проволоки введите в обратную сторону намотки даббинга. 4-5 оборотов проволоки будет вполне достаточно. По окончании намотки закрепите проволоку около колечка. И оторвите лишнее. Щеточкой Велкро немного расчешите даббинг. Для изготовления ёршика закрепите около колечка куриное перо. Затем намотайте куриное перо на цевьё. 2 оборотов будет вполне достаточно. После намотки закрепите перо 1-2 оборотами монтажной нити. И отрежьте лишнее. Отогните все бородки ёршика назад и намотайте небольшую головку. Сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. Все, мушка готова.